Великая муза вдохновила Скуратова на весьма решительные действия. Я познакомился с постановлением о привлечении меня в качестве обвиняемого. Расчеты левых показали. Секвенция переговоров, пока речь о сближении, а тем более согласовании позиции быть не может. Однако в результате сегодняшней встречи Белый дом и Кремль, возможно, станут лучше представлять для двух лидеров. Люстры достанет. Гражданин Скуратов. Прокурор. Вы еще все увидите, какой я прокурор. Гражданин Березовский, вы обвиняетесь в финансовых махинациях в особо циничных размерах. О, мамочка! О, это я не вам. Больно, ужасно. Но очень полезно. Да, очень. Хотите, вас тоже отмассируют? Спасибо, меня уже один раз... отмассировали. Давайте приступим к допросу. Но позвольте хотя бы узнать, в чем конкретно меня обвиняют. Все материалы дела являются тайной для обвиняемого. Скажу откровенно, иногда даже и для самого обвинителя. Итак, фамилия, имя, отчество. Быстренько. Березовский Борис Абрамович. Ну что ж, на сегодня, пожалуй, хватит. Допрос окончен. Ну и типа, вы ли ты террорист? Вы, Борис Абрамович, террористов не видели. А почему же не видел? Ну, по телевизору. Вас, например. Ну, все. Мне пора, а то люди уже второй час очной ставки ждут. Мне пора. Кто это вас без моей санкции на очную ставку вызвал? Вы не поняли? Это не меня.
Генка. Какое домой? Какой домой? Нам с тобой сегодня еще следственный эксперимент проводить. Забыл, что ли? Пошли скорее, клиент ждет. Ну что ж, обвиняемый, приступаем к следственному эксперименту. Это как? Тут вопросы задаем мы. Как вы осуществили развал Советского Союза? Покажите. Ну, как осуществили? Я, значит, вот так сидел, а тут эти, как их эти, Кравчук и Шушкевич. Почему это я Шушкевич? Гена, у тебя волос меньше, чем у меня. Так, 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 продолжайте, давайте. Ну, только у нас с собой было... Спасибо, мы вам потом вернем. Как же все-таки вы его осуществили? Обыкновенно. Разлили, значит. Вы показывайте, показывайте. Это же следственный эксперимент. Разлили, говорю. Самое выпили и осуществили. Понятно. Переходим к следующему пункту. Как вы осуществили расстрел Белого дома? Да, примерно так же, как-то так вот. Я вот тут сидел, там, значит, Грачев, а там этот, Коржаков. Почему я Коржаков? Ген, у тебя волос меньше. Продолжайте, обвиняемый. Ну, опять, понимаешь, разлили, выпили и осуществили. Я все понимаю. Одного понять не могу. Как вы осуществили, Гена... Ты меня спрашиваешь, Ген? Нет, Гена, я его спрашиваю. Как вы осуществили геноцид русского народа? Тут я, там Гайдар, там Чубайс. Я не Чубайс, я Гайдар. Гайдар я, у меня волос меньше. Тогда пусть он Чубайсом будет. Разлили, значит... Выпили и осуществили. Правильно, умница. Ну что же, обвиняемый, спасибо вам за компанию. Можете идти. Идти можете. Куда? В суд. Нас там уже давно всех ждут. Михалыч, а тебя за что? Да ни за что, можно сказать. За неправильную регистрацию блока Отечества. Он вот это и стукнул. Слишком быстро, дескать, все устроили. Ну, милый мой, я ж тебя когда еще предупреждал? Суетливость до добра не доведет. Встать, суд идет. Я вынужден извиниться перед подсудимыми, но ввиду особой важности дела... Процесс решено сделать закрытым. Кроме того, у нас, к сожалению, отсутствует прокурор. Я имею в виду по эту сторону решетки. Так что не будет вам и адвокатов. Впрочем, они и не нужны. Суду все ясно. Именем закона вы признаны виновными в злоупотреблении служебным положением, финансовых махинациях в особо циничных размерах, разжигание классовой и межнациональной розни, геноциде русского народа, других преступлениях против человечности, а также в неправильной регистрации блока Отечества. Исходя из тяжести совершенных вами преступлений, суд приговаривает вас к высшей мере наказания с немедленным освобождением из-под стражи в зале суда.